13 лет, Валерия Мельникова, и она представляет Тверскую область и группу Екатерины Степановой и Анны Михайловой под Кристину Агилеру. Будем зажигать. Наверное, излишне напоминать болельщикам, которые следят за всеми юниорскими турнирами в этом году, что согласно правилам конкретного сезона в качестве прыжка шагов, стоящего сольно в программе, короткой, то уж точно, у юниоров и юниорок должен быть исполнен Ридбергер. Именно поэтому мы в нынешнем сезоне не видим каскадов с двойным либо тройным Ридбергером в качестве украшения и удорожания программы. Исключительно лутс-тулуп или флип-тулуп. Ну, кстати, в нынешнем сезоне видели даже сальхов-тулуп. То есть разнообразие все равно есть. Ну, а что касается выступления Валерии Мельниковой, то пока я могу сказать только одно. В первой разминке понравились все девочки без исключения. И особую благодарность я бы лично от себя выписал постановщикам, потому что программы, ну, реально штучные, реально находка. И когда эти девочки катаются чисто, то смотреть на них одно удовольствие. Да, не всем удается безошибочно исполнить свои программы, а прыжковый набор очень серьезный, я думаю, вы не будете с этим спорить. Все наши девочки исполняют каскады 3-3, идут на так называемые старшие тройные уже в короткой программе. Никаких проблем с повышенной сложностью не возникает. Проблемы бывают у тех, кто исполняет эти прыжки недостаточно чисто, но опять же возвращаемся к тому,
о чем говорим регулярно. У всех разный уровень таланта. А сейчас очень довольный и сама фигуристка, и тренер. Ну и программа мне, еще раз повторюсь, очень понравилась. 45,5 баллов результат Валерии Мельниковой. Она сейчас на пятой строчке. Очень близкие результаты показали Анастасия Мушенцова и Валерия Мельникова.